Привет, ребята! И сегодня мы будем делать челлендж лизунов. Представляете? На сегодня, но это не построение, а много, ребята. Вы знаете, что это? Лизуны. У нас есть разные лизуны. И всякие маленькие мелочи. Мы посмотрим, что в них внутри. Да, зубочки. Откроем лизуны. Да. Сделаем микс. Да, микс. Следите за нами. Давайте. И мы начнем по одному открывать. С этого. Итак, это что за лизун такой? Лизун, красивый? Я не знаю, что за лизун. Или это жвачка для рук? Да, жвачка. Да. Ай. Пахнет. Чем пахнет? Яблоком? Да. Да, я чувствую запах такой классный. Да, такой запах. Дайте сюда. Давай сюда. Вот такой лизун. Пахнет. Он такой мягкий. Я сейчас дам медине емкость, и мы попробуем все это сделать микс. Он пахнет, ребята, понюхайте. Сейчас. Да, классно пахнет. Да, пахнет как вареный. Карамель, да? Итак, у нас два лизуна. Да. Медина начнет их сейчас смешивать. Посмотрим, да, что же получится у Давайте нас. Давайте уже открывать. Решила Медина сначала все открыть, а потом смешать. О, как она полетела. О, это точно жвачка для рук. Да, жвачка. Такое она интересное. Бульк, бульк, бульк. Она мягче, да, чем да, те? Это. А чем пахнет? Клубникой. Клубничкой пахнет? Да. А это что? Следующий. Следующий открывай. Что это? Покажи ребятам. Вот. Покажи. Ну, нет, поворачивай. Ага. Тоже, наверное, клубничка какая-нибудь. Или арбузик? Арбузик. Арбузик. Семечка. Семечки? Не могу. Открыть не можешь? Давай я помогу тебе. Ой, а она какая? А ну-ка пожмякай. Ничего, мягкая такая, а то просто. А это мягкая. Это мягче, да? Дальше вот следующий вот. Ох, как ты спешишь. О, а что там внутри? Подожди, давай посмотрим. Шарики. Шарики? Да. Ух ты. Прям внутри в черепашонке? Да. Это тоже жвачка для рук? Нет. А что это? Я не знаю, что такое. Это лизун? Лизун, да. Вот это здорово. Вот такое. Вот это да. Молодчик. Что там у нас еще есть? Смотри, вот это есть. Давай откроем. Давай. Он тоже микс. А ну-ка покажи, ребят. Ты так быстро спешишь открыть, Медин. Ребята, представляете, пока мы его несли в такую жару в 40 градусов, наши лизуны засохли и превратились в сухарики. Да, сделать их нельзя. Да, ну, сосложим в сторону. Ну, да, что тогда, давай лимончик откроем. Давай. Он пахнет лимончиком, понюхай. Да, пахнет. Пахнет? Да, пахнет. Угу, нюхаем. О, есть место у нас здесь? Да. Давайте делаем вот это. А что это? Ты знаешь, что это? Да. Это антистресс? Ух ты! Ну, нужно вот так. Ты хочешь отрезать его? Да. Да? Ну, сейчас отрезу. Ребята, ой. Блюк. Блюк. Ну, что там? А покажи ребятам, глаз у тебя есть. Может, его тоже разрежу. Давай посмотрим. Это какой-то отсюда. Вот такой, ребята, глаз. Тут какие-то серебринки. Мы его попробуем разрезать сейчас с Мединой. И вот это. А это прикол. Ребята, смотрите, какой банан. Это тоже сквиш. Привет. Привет. Привет.
Прячься назад. Привет. Не могу вкусить этот крест. Да. Так, что же мы у нас еще осталось? У нас остался бочонок. Давай. Смотри. Мягкие. Мягкие? Да. Вот это лизунчики. Ну да. Он бесцветный, да? Да, так он белый. Белый. Давайте тоже его положим. Ой. Вот, нюхи какой. Дальше. А что у нас еще есть? Еще такие вот. Мы попробуем это все размешать. Ой, там место спать не положимся. Да. Посмотрите. Давайте. Принесем ножницы. Еще такое есть у нас. Давайте положим вот так. Ага. Положим. Угу. Угу. Шарики, да? Их да. Будем разрезать? Угу. Или нет? Или жалко тебе? Не жалко. Не жалко. Ну. Этот мне нравится. Да. Да, ну будем отрезать. А классикой будет. Ну все, несу ножницы. Получается, мы принесли ножницы и будем сейчас резать. Давай. Все эти шарики. С чего начнем? Давай. Давай без банана. Давай сначала шарик проткнем. Конем. Можешь? Давай, давай. Опа. Уа! Уа, как получается. Там тоже лизун, да? Выдавливай, выдавливай. Вот это класс. Да. Угу. Ну, здесь надо снять. Так, синий у нас получился. Так. Пока мне не мешай, давай смотреть, что там шарикники, может, давай. Там тоже, наверное, типа лизуна. Ага. Получится тебе дырку сделать? Нет. Ребят, короче, сделали мы дырку, а там что-то такое, запах отвратительный и невкусный. Боимся выливать в нашу чашу. Не нюхай так сильно! Пожалуйста, убираем это в сторону. И, наверное... Нет. Нет, 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 я не разрешаю. Давай. Решили мы, ребят, такие мячики не разрезать, потому что что-то там такое ужасное. Это просто такая штука-то. Медина решила вот этот язык отрезать. Покажи ребятам, какой он из себя. Синий. И злой, да? Противный и злой. Вот вам язык. Все, тебе нету языка, нет. Да. Ну что, Мединка, будем мешать? И теперь мы размешиваем. Ну и каша маляка. Ребят, напишите, а мама вам разрешает делать миксы из лизунов? И вообще, покупает ли мама вам жвачки для рук? Какой прикольный. Ну, прикольненький. А давай там туда игрушки поставим. И а будем... давай ты сначала размешай. Посмотрим, какого цвета у нас получится. Хорошо? Ага. Покажем ребятам, какая красота. Или все-таки это фу, жуть. Фу, не надо его. Вот это жидкое слишком, да? Да, воняет как... Да ты что? Запах такой вонючий. Ребят, ну, короче говоря, сделали мы такие опыты, и мы пришли к тому, что вот этот мягкий красный, он слишком жидкий, он прилипает плохо к пальчикам, да, из него тяжело что-то сделать. А вот эти потвёрдые, зеленые, синие, они потвёрже, конечно, и они круче. С ними можно сделать какую-нибудь фигурку. Так что вот такой опыт с лизунами у нас сегодня получился. Мединка будет играть дальше. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Говори лайки. Пока-пока.